Да, я видела черепашку ниндзя такую. Черепашку. С оранжевой повязкой. Вот. Микеланджело. Черепашку. Черепашку. Я так же могу. Как Микеланджело. Мне идет. Роберт, не могу. Мне нравятся вот эти очки. Мне не идут. Роберт, ты тоже себе нашел что-то? По-моему, классно. Просто вчетвером в одной примерочной. Все, решили, что брать? Ты решил, Роберт? А? Конечно, батл батлом. Но я сейчас, когда монтировала видос, конечно, опять окунулась во всю эту атмосферу. Так я думаю, господи, слава богу, реально это все позади. Когда меня вот реально спрашивают, ты смотришь эфиры или там тебе в ТикТоке, там смотришь ли нарезки какие-то? Нет, не смотрю. И смотреть, честно, не хочу. Вспоминать все. Нет, не хочу. Честно, такие моменты я прям ценю то, что у меня есть сейчас. Потому что иногда так в обычной жизни забывается все, да, как-то стирается. А когда вот так вот вспоминаешь те времена, ты думаешь, господи, спасибо тебе за все, что есть сейчас. Кстати, по поводу пособий, у меня просто сейчас было одно задание в батле, тоже связано с этим. И там девчонки начали писать в директ по поводу этого. Плюс я недавно обращалась в агентство, потому что мы сейчас хотим взять... еще одну квартиру, не знаю, в Москве, может быть, даже в Питере, вторая столица, почему бы нет, красота, архитектура. И начали писать девчонки, да, что вот раньше рожали одного ребенка, второго, третьего, все жили в одной комнате. Сейчас, да, государство дает материнский капитал на первого ребенка, на второго, на третьего, его можно использовать в недвижимость. И вот как раз-таки я нашла агентство Time, пообщалась с агентами, они мне предложили классные варианты со ставкой 0,01 на первые 2 года. И подобрали еще другие крутые варианты, я могу скинуть ниже пост, можете посмотреть. Блин, это реально классно, когда есть прям вот такие вот варианты, особенно с материнским капиталом. Смотри. Роберт учит есть палочки. Большой палец держит нижнюю часть и верхнюю часть. Но верхнюю он контролирует, а нижняя просто в упоре. У меня между пальцев ничего не зажимает. Вот смотри. Вот, вот так вот кладешь первый палец. Я не знаю, я умею есть вообще. Смотри. Смотри. Тут с курицей нет. Повтори. Ладно, давай. Вот так есть палочка. У нас есть другие палки, если что. Не надо. Зачем? Есть мои палочки, которыми я ем. Короче, вот. Сделаю вот так. Так возьми за... Микаэла имя с двумя буквы Л. Можете смотреть. Микаэла. Получается не Микаэла, а Микаэла. Mm-hmm. Откуда ты это имя придумал-то? Я не знаю, просто пришло в голову сразу. Ну откуда? Ты мультик смотрел, фильм какой-то, может быть, или читал где-то? Либо читал, либо мультик. Ну ты не помнишь? Не помню. Но точно с двумя Л. Покапризничала, погнали. Боевые патроны.
предположение. Чтобы больше, знал, что чтобы больше никогда не совершать тех ошибок, которые мы уже совершили. Это вообще что? Я ни разу вот это вот... Может, так. Это для меня. Мне можно чем-то помыться? Это мочал. Это для меня. Ты же хотел соль. Смотри. Это питерская? Это питерская, да. Куда и что это? Где? Это что? Соль, может быть? Это дальневосточная соль. Это питерская? Это дальневосточная, где что можешь выбрать? Погнали. Наушники. Это строительные наушники. По-моему, это идеальный подарок. Что? Я считаю, что это для меня. Все клево. А ты будешь с ребенком. Слышишь меня? Ну-ка. Капец, я ничего вообще не слышу. Это не твой ребенок. УЗИ. Это советские погремушки. Отвратительно. Для уш. Класс. Это для уш. Прям для уш. Тоже книга. Мои любимые мемные мемы, мама и папа, это похоже на тебя. Там можно хранить мусор. Как ты любишь. Палки, которые ты приносишь. Родители обесценивают палки детей, которые мне приносят. Роберт, когда-нибудь ты найдешь того, кто не будет обесценивать твою палку. Смотри. Офигеть. Это, кстати... Я вот это покажу. А это пузо. Подожди, ну дай нормально показать. Я с ней живу. Животное. Но, нет, просто понимаете, мужчина как раз, да, ну вот это, ну вот это. Думаю, про медведя. Не, просто ну, смотрите. Вот смотрите. Ну вот. Колпачок, колпачок. Все так вот миленько. Ну ладно, давай, следующий ты покажи. Штаны и рюкзак во для какашек. А ты, Ренки, на переменке. Просто давайте тишину выдержим. Надо вообще улыбаться так. Это мило. Носочки, вау. Вот это мило, действительно. Они же такие маленькие. Ну, так-то... Не, верни назад. И так лучше было. А поняшка? Катался на них. Фу. Давай. Такая милая. Дай покатайся. Да, нет. Фу, мужики. Звуки как были в животике. Чтобы она не развивалась. Я люблю все аккуратно. Они уже начинают все ломать и рвать. Я чуть не то собрала. Пока. Я заказывала одежду. Пришла. Я надеюсь, это будет немного. Надеюсь, мы успеем все поносить. Но вот это вот от месяца до трех, а вот это от трех до шести месяцев. Выглядит осознание того, что у тебя будет девочка. Я просто не могу остановиться покупать детские девчачьи вещи. Это похоже просто на безумие, как будто я ограбила детский магазин. Но, боже мой, просто посмотрите. Одежда безумно качественная, это 100% хлопок, производитель Турция. Все упаковано в герметичную упаковку, можно заказать и на Wildberries, и на Озон. Очень мило и красиво. Милые сарафанчики вообще покорили мое сердечко, видите, они прям с повязочками. Можно с футболочкой носить на лето, вообще они такие легенькие, такие на ощупь приятные и очень красивые, стильные. Практически все брала в комплекте. Видите, тут бодик, шапочка, штанишки, где-то юбочка, где-то повязочки, где-то царапки. В общем, все вместе и получается очень выгодно. Видите, тоже в комплекте все идет. Шапочки такие. И очень удобно то, что все на вот таких вот кнопочках. То есть никаких замков, никаких пуговиц. Очень удобно и быстро ребеночка можно переодевать. Такой вот дорожный рюкзак. Здесь можно хранить бутылочки. Видите, он специально герметичный, сделан для того, чтобы сохранять тепло и холод. Много разных отсеков. В общем, для меня это прям тоже открытие, чтобы брать с собой на прогулку. И цены очень классные. Например, вот этот костюмчик стоит всего лишь 385 рублей. Он очень мягкий, очень качественный. Да, котик. Вот эти костюмчики еще ждут.
зовут Челси, потому что они размер больше. Говорит она. Начинай. Сегодня месяц нашей доченьки, нашей долгожданной доченьки. И мы в связи с этим, конечно, хотим ее поздравить и хотим с вами поделиться нашим сокровенным. И теперь это будет уже известно и вам. Это имя нашей доченьки. Его, кстати, выбрал Роберт, утвердил наш папа. Я была просто согласна с этим. Поэтому сегодня мы расскажем его вам. Это имя еврейское, армянское и даже есть японская версия этого имени. Раз, два, три! Микаэла! Наша доченька зовут Микаэла. Я буду танцевать с тобою. Я от тебя кислоту укрою. Я без тебя так полком бою. А рядом с тобой горит мое сердце. Я буду танцевать с тобою. Я от тебя кислоту укрою. Я без тебя так полком бою. А рядом с тобой горит мое сердце. Столько песен написано о любви, но они все не о тебе. И я хотел быть их автором, чтобы переписать и заново. Песня написана о любви, но они все не о тебе. И я хотел быть их автором, чтобы переписать и заново спеть. Мне не нужно быть лучшим, но с тобой лучше мы становились каждый день. Как удивительно, что ты даешь мне повод держаться на высоте. Глаза твои темные, а сердце лопит, будто бы он играет. Косырам, 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 косырам. Я буду танцевать с тобою, я от тебя кислоту укрою. Я без тебя так полком бою, а рядом с тобой горит мое сердце. Я буду танцевать с тобою, и от любых кислот укрою. Я без тебя так полком бою, а рядом с тобой горит мое сердце. Написано о любви, но они все не о тебе. И я хотел быть их автором, чтобы переписать и заново спеть. Мне не нужно быть лучшим, но с тобой лучше мы становились каждый день. Как удивительно, что ты даешь мне повод держаться на высоте. Имя сменить, ты не против? Он хочет стать Микаэлем. Да, конечно, сейчас. Уже я разогнался. Что, ты против? Он хочет Микаэлем быть. Слушай, вы вот меняйте свои имена сколько хотите. Роберту какое имя дали, такое есть. Но он сказал, что ему больше не нравится его имя. А? Он сказал, что ему больше не нравится его имя. Ну и что, а послезавтра ему еще что-то понравится. Ну, чего, ребенок хочет стать Микаэлем. Что, тебе не нравится Габозов Микаэль Александрович? Он тем более темненький, как испанец. Я завтра с тобой поговорю на эту тему, сейчас не могу. И темный он, а сердце лопит, будто бы он играет. Косырам, 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 косырам. Я буду танцевать с тобою, я от тебя кислоту укрою.